Сегодня по поручению временно исполняющего полномочия главы городского округа Сергея Евгеньевича Дорофеева провели очередной объезд по городу. А основное внимание сегодня уделили обращениям граждан в социальных сетях, на электронную почту администрации в том числе. Большое количество замечаний к службам по вывозу снега. Сейчас снег активно тает. Понимаем, что есть моменты, где образуются места подтоплений. От городской администрации комиссия отправилась на улицу Чкалова, затем к платформе 14 километр, чтобы очередной раз убедиться, что дорожки, ведущие на платформу, полностью покрыты льдом. И жителям просто опасно по ним ходить, смотря того, упадешь и что-нибудь сломаешь. Вы просто прилегали к территории, сделали вот эти все подходы, там дорожки видели, вот, типа с доступной средой. Далеко не является. И, соответственно, содержать они вообще не содержат. Говорю, 3 недели на входе едем, 3 недели им передаем, реакции никакой. Состояние подходов к платформе 14 километр. Подходы конечные, это Электрогорск, то есть оставляет желать лучшего. Будут вынесены предписания на устранение выявленных нарушений, а именно по уборке снега, замусоренность территории. Сегодня главная цель объезда – контроль за уборкой снега и наледи на улицах города после обильного снегопада и сильной оттепели. Хочу отметить хорошую работу управляющей компании, которые очистили внутридворовые проезды, площадки перед входами в подъезды, детские игровые площадки, то есть это плюс. Работа коммунальных и дорожных служб продолжается практически круглосуточно. Идет уборка снега там, где еще не успела пройтись техника, чистятся игровые площадки, снег вывозится на снежные свалки. Вчера вывезли всю Советскую, Кожановскую, всю полностью. Мы сейчас летом ездим. Одну кучу оставили, а сегодня здесь будем вывозить. В целом работу можно оценить как удовлетворительную. Упор необходимо на сегодняшний день сделать именно на вывоз снега, чтобы не допустить больших подтоплений. Также в ходе объезда было проверено, как ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Советской после аварийных работ ТСК «Мосэнерго», в каком состоянии находится территория торговых объектов. Да, мусор. Видите, знаете откуда? Выходят продавцы и кидают мусор. Или выходят жители Электрогорска и кидают мусор. Также магазин «Дикси» на Советской площади оставляет желать лучшего содержания территории. Ну а в целом город со своей задачей справляется, снег вывозится. По обращениям жителей комиссия проинспектировала подходы к поликлинике и автовокзалу и состояние железнодорожной платформы «Электрогорск». Предписание на ведение порядка на своих территориях получили и торговые точки. Все недочеты занесены в протокол и в ближайшее время должны быть устранены.